Вспоминаю, как ты сейчас говорила. Я иду на кресте, слышишь, на перекрестке. Встречается лысый старик, армян, дядя Эдик. Очки у него на резинке, лысая голова, маленький. И он так говорит: «Дина, как ты меня переживаешь?» Говорю: «Как Татоша пожалуй?» Говорит: «Дина, скажи, как меня переживает?» Это же давно уже было. Царство небесное ему. Дядя Эдик. Это то, что с маткой пришел, и ругается, орет. Она ее за виски вот так: «Что, блядь? Наташечка опять бледовать пошла. Она из-за тебя. Она армяне привела, армян. Эдика такого. Он пьяный посадил меня на стол, Татоша. И говорит, стал пиздить на столе». Значит, Татоша тоже был пьяный или нет? Что его посадил на стол Тверезова? Как это, мужик, может? А? Тверезова на стол посадить, а? Говорит, ебал в рот этого Эдика. И матка: «Смотри, блядь, армян стал водить». А он идет, стоит там на кресте возле афиш, на перекрестке. «Гина, как ты меня переживаешь?» Такой голос, слышишь? Слышишь? «Гина, как ты меня переживаешь?»